Праздник для тех, кто не любит сидеть дома и предпочитает активный отдых. В парке Наташинские пруды отметили День снега. Жители округа окунулись в зимние забавы, спортивные игры и поучаствовали в развлекательных конкурсах. Подробности далее. Эта зима оказалась небогатой на снег. Его пришлось ждать довольно долго. И после аномально теплой погоды снег, хоть и в небольшом количестве, но все-таки выпал. Так что не сидите дома и успейте поиграть в снежки, пока он не растаял. Но игры в снежки далеко не единственное зимнее увлечение, которое предложили посетителям Наташинского парка. Международный день снега в этом году решили отметить с ноткой юмора. Добавили в спортивные состязания больше развлекательных элементов. Поэтому занятия по душе нашли и взрослые, и дети. Мы предложили жителям городского округа поиграть в городки. Ну не просто городки, а городки, которые сложены из поленьев. Избивать их приходится валенком. Катание на тюбингах, на скорости, перетягивание каната дополнили список зимних развлечений. А в качестве бонуса – призы и горячий чай со сладостями. Сегодня не просто день снега, да, сегодня день еще и такого хорошего зимнего морозца. Поэтому все, кто пришли в парк, я думаю, стали участниками хорошего праздника. Международный день снега отмечается в последнее воскресенье января, но в этом году дату его проведения определила сама природа. Организаторам праздника пришлось подождать, пока столбики термометров опустятся ниже нуля. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.